Происшествие произошло накануне в районе поселка Садовод. Там под лед провалились 5 подростков. Одного мальчика спасатели нашли живым. Вениамин Кондратьев в Твиттере написал, что в крае усилят разъяснительную работу с детьми. Во всех школах, вузах и колледжах края под контролем МЧС пройдет неочередной инструктаж безопасности о правилах поведения у воды. Распорядился подключить круглосуточным поискам пропавших детей всех, кто может помочь. Глава региона поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Следственный комитет проводит по факту происшествия проверку.